Авторы проекта – сочинские художники Виктория и Владимир Кириленко. Их экспозицию из 35 гротескных работ уже видели жители Калининграда, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Братска, Нижнего Новгорода, Москвы, Сочи и Архангельска. Проект в течение ближайших 3 лет объединит болельщиков и любителей искусства в России и за рубежом. Каждому городу передается эстафетная картина с написанным пожеланием от предыдущего города.